На уходящей неделе мы узнали, что экономить на коммуналке можно играючи. Фабрика «Зея» – самое взрывоопасное предприятие Благовещенска, а кое-кто из его жителей ради микроволновки может сесть в сугроб. Серьезные и не очень новости в ближайшие полчаса. В эфире программа «Город. События. Люди». В студии для вас работает Наталья Бернацкая. Добрый вечер. И сегодня в выпуске. Он находится в изоляторе временного содержания. Поймали без труда. Скоростной заезд пьяного благовещенца по центру города остановили встреченные на пути автомобили. У вас все фигуры животных как будто улыбаются. Обзавидовались. Еще до завершения всех работ снежный городок удивил гостей Благовещенска. В практике не приходилось. Тренировочный паркур. В рамках учения МЧС с крыши прыгнули работники фабрики «Зея». Просто жизненно необходимая микроволновка. Правильная мотивация. Ради призов городского конкурса благовещенцы сделали сотни креативных фото. Резонансное ДТП с участием 6 автомобилей произошло в четверг вечером в самом центре города. Двигаясь по Октябрьской от Шевченко до 50-летия Октября, нетрезвый водитель внедорожника сбивал всех, кто оказывался у него на пути. В итоге пострадало 2 человека, зато на самом виновнике не царапины. Подробности аварии в материале Юлии Мишурновой. Обломки стекла и пластика – молчаливые свидетели аварии, произошедшей здесь накануне вечером. В районе перекрестка Октябрьская-Шевченко Toyota Surf протаранила сначала Мазду, затем Корсу. Свою следующую жертву внедорожник настиг 2 кварталами дальше, на пересечении с 50-летия Октября. По словам очевидцев, пролетав на красный, он врезался в Toyota Mark II, которая от удара въехала в припаркованный грузовик. О масштабах аварии говорят обломки автомобилей. К счастью, на первом перекрестке никто из людей не пострадал. На втором все получилось не так удачно. Пассажиров Марка, 2 мужчин 26 и 42 лет, в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. У обоих переломы основания черепа. Внедорожник же отделался лишь помятым бампером, а его рулевой не получил и царапины. И неудивительно, по словам очевидцев, лихач был явно нетрезв. Но признаться в этом не захотел. От медосвидетельствования отказался. Впрочем, время подумать над своим поведением у него будет. Подозреваемый 1971 года рождения задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Причины и обстоятельства автодорожного происшествия сейчас выясняются. За нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, водителю грозит до 4 лет тюрьмы. За последний месяц это второе серьезное ДТП, произошедшее на пересечении Октябрьской и 50-летия Октября. В ноябре Марк II здесь врезался в столб. Водитель погиб на месте, 2 пассажиров получили травмы. И к другим темам. В 16-этажку, которую строит компания «Дальсвет» в районе улиц Новая и Амурская, дали отопление. Несмотря на то, что компания-застройщик находится на грани банкротства, работы продолжаются. Затем, чтобы новоселье дольщиков не перенесли, в этот раз внимательно следят и будущие жильцы, и власти. Стройку проинспектировал лично Александр Козлов. О, далеко. Тепленькая в батарее гостинки Максима Жана поступила в среду. Это несказанно обрадовало хозяина, который приезжает в высотку еженедельно. Контролировать ход работ решил после того, как сдача дома, обещанная ему в августе, так и не состоялась. Его соседка Анастасия Серга свою двушку ждет еще дольше – 3 года. За это время успела родить 2 сыновей. Рассказывает, лед тронулся совсем недавно. 1,5 недели назад Сергей Юрьевич собрал нас всех на собрании, то есть он позвонил мне, попросил собрать всех дольщиков, большая часть собралась, на что он пообещал нам, что введет в эксплуатацию дом в ближайшие сроки. Первая его задача была это дать отопление, вчера отопление поступило. Мало кто верил, сразу говорю, мало, но надеялись. Надежды он оправдал. Сейчас на объекте трудятся 25 человек. Устанавливают розетки, варят трубы, проводят косметические работы в каждой из 159 квартир. По словам застройщика, процесс в доме на новое осложнился тем, что при строительстве сети пришлось закладывать под целый новый микрорайон, что значительно увеличило стоимость работ. И самое главное, это коммуникации у нас все сделаны. Водовод, канализация, теплотрасса. В подстанцию заведены все кабеля. В принципе, дом, будем говорить, что на 95% к жизнедеятельности готов. Осталось это нам доподключиться под станцию, когда ее домонтируют. И дом будет готов к эксплуатации. Ожидания застройщик обещает компенсировать каждому дольщику. Выполнение этих и других обещаний тщательно контролирует областное правительство и лично губернатор Александр Козлов.
Наверное, людям, наверное, главное ответить, когда все-таки они смогут зайти и начинать уже заниматься вопросами, связанными с ремонтом квартир. И быстрее избавиться от двойной кабалы платежей, да, когда ты платишь и за квартиру, и за съем. Начать отделочные работы на своих квадратах хозяева смогут, как только 16-этажка прогреется. На это уйдет пара недель. А еще для того, чтобы ускорить сдачу дома, дольщики попросили разрешения изменить договор с фирмой по установке окон. На остекление лоджии в алюминиевых рамах денег у застройщика пока нет. А жители согласны доплатить фирме за окна в пластиковом исполнении. Разрешение на это они получили. На 7% больше платить за свет станут россияне в следующем году. По крайней мере, такой рост тарифов пока прогнозируют эксперты. При этом уже сейчас при нынешних ценах экономить электричество, согласно опросам, старается практически каждый второй житель страны. Благовещенцы не исключение. Способы снизить затраты на коммуналку изучил наш корреспондент. Вот смотрите, у нас все лампочки во всех комнатах энергосберегающие. Потребляют в 4 раза меньше, служат в 10 раз дольше. Замена только одной лампы накаливания на энергосберегающую способна сэкономить до 800 рублей в год. Особенно, если вовремя вытирать пыль, рассказывает Екатерина Петрова. Чистая лампочка горит ярче процентов на 15, а значит, комната не требует дополнительной подсветки. Впервые об экономии Благовещенка задумалась 6 лет назад, когда создала собственную семью. Сейчас жильцы двухкомнатной квартиры в месяц расходуют не больше 200 киловатт. За всеми свет выключаю всегда. У меня муж, ребенок, постоянно включает его во всех комнатах. Я хожу за ними, его выключаю. Стараюсь выдергивать из розеток все, чтобы без дела в розетках ничего не торчало. Зарядки на телефон все, телевизор, машинки швейные, стиральные, все из розеток убираю. И не зря. Каждый неиспользуемый, но включенный в сеть электроприбор съедает до 200 рублей в год. Бытовую технику в дом стоит покупать исключительно класса А, самую энергоэкономичную. Кастрюли использовать с ровным дном, к тому же совпадающим с размером конфорки. В противном случае потери электричества неизбежны. Кстати, плотно закрытая крышка тоже помощник экономных хозяек. Открытая посуда в процессе готовки энергии расходует в 2,5 раза больше. Использовать стиральную машину тоже нужно правильно. Белья класть столько, сколько написано в инструкции. При неполной загрузке, впрочем, как и при перегрузке, перерасход электричества составит 15%. А вот стирка при 30 градусах вместо привычных 60 позволит экономить сразу 40% энергии. При этом качество стирки останется тем же. И еще один интересный факт. Мешок в пылесосе нужно вытряхивать как можно чаще. Заполненный на 2/3, он не только ухудшает всасывание, но и увеличивает энергопотребление сразу на 40%. Важна правильная установка бытовой техники, допустим, холодильников. Холодильник нужно устанавливать, ну, чем дальше он стоит от стены, тем лучше. Потому что в этом случае будет происходить нормальный теплообъем у теплообменника, и, соответственно, он будет потреблять меньше электрической энергии. Ну и такие мероприятия, как окраска стен в светлый цвет, для того, чтобы в темное время суток зажигать освещение как можно позже. По данным ДЭК, самая экономная благовещенская семья в месяц платит за свет около 90 рублей. Самая расточительная – 40 тысяч. Это владельцы огромного коттеджа. В среднем же электричество горожанам сегодня обходится в 500-700 рублей ежемесячно. Благовещенск накрыли арктические воздушные массы и стало по-северному сурово. Причем днем всю неделю было на порядок холоднее, чем по ночам. Выиграли от этого только 8 жителей города. Это мастера-скульпторы, которые трудятся над возведением новогоднего городка на площади имени Ленина. Почему скрипучий мороз им только на руку и специалисты какого предприятия присоединились к созданию снежной сказки на этой неделе, сейчас расскажем. Не снежный городок, а настоящая строительная площадка. Эта высотка будет горкой. Только на создание основы уйдет 3 дня, пока снег спрессуется. А над формой катка рабочие корпят уже 4-й день. Им мороз только в помощь. Материал становится крепче. Илья Минжулин на холодной работе 2-й год и не мерзнет. Шапка-шлем, теплая куртка и штаны – вот его униформа. Но главный аксессуар – очки. Смотришь на белый, ну на снег, домой заходишь. И у тебя все фиолетово, ну у меня, по крайней мере, так. Поэтому лучше, ну зрение, мне кажется, портится. Поэтому в очках работаю.
Украшать городок в этом году будут почти полсотни ледовых и снежных фигур. 4 выполнят по эскизам горожан. Будет целый экопарк. Возведут его к 28 декабря. Но и сейчас снежный городок не пустует. Особой популярностью он пользуется у гостей из Поднебесной. У вас все фигуры животных как будто улыбаются, в хорошем настроении. А у нас в Китае чаще делают фигуры людей, сказочных персонажей. Из тех, из других людям стоит брать пример. Тогда и жить будет лучше. Чтобы городок радовал глаз и ночью, Горсвет начал монтаж магистрали для иллюминации. Для катка в этом году закупили сразу 2 обновки – гирлянду и новую подсветку. Останутся и полюбившиеся горожанам украшения. Ледовые фигуры будут посвящены, как в прошлом году, потому что мы положительные отзывы горожан слышали, всем понравилось. Будут светодиодные светильники установлены под ледовые фигуры, и они будут светиться разными цветами. А 14 декабря на площади начнут собирать новогоднюю красавицу елку. В этом году ее украсят светодиодными снежинками и гирляндами. Благовещенцев приглашают на добрый лед. В рамках международного хоккейного фестиваля 25 декабря в городе пройдет соревнование «Люблю папу, маму и хоккей». Его участниками станут 48 команд, которые первыми отправят заявки. Их ждут до 20 декабря по адресу улица Ленина, 97. Соревноваться команды будут в 3 подгруппах. Папа, мама и ребенок до 14 лет, 1 родитель, 2 ребенка и 3 ребенка от 10 до 14 лет. Сам семейный фестиваль стартует 25 декабря на площади Ленина в 13 часов. С собой участники должны иметь лишь коньки. Остальной инвентарь предоставят организаторы. Телефон для справок указан на экране. А сегодня на юности прошли соревнования под названием «Звонкий лед». Самым активным участникам вручили сертификаты на одноразовое бесплатное посещение пункта проката коньков. Жителям спичфабрики так далеко ездить не нужно. Они сами скоро смогут устраивать межрайонные турниры по хоккею. Местом проведения станет их собственная хоккейная коробка. Она единственная из дворовых, оснащена разметкой. Как ее наносили и для кого, знает Юлия Мишурнова. Даже рабочие на лед выходят с клюшкой, только оканчивается она щеткой. Так удобнее наносить разметку. Делают ее обычной гуашью, но хорошенько подогретой, чтобы краска не только загустела, буквально вплавилась в лед. Чуть подстынет, смачивают водой для образования корочки. Кропотливой разметкой на спичфабрике заморочились из-за местных спортсменов. Образуется хоккейная команда. Это подростки, порядка им 13-14 лет. Поэтому отсюда мы решили все сделать разметку, чтобы поставить им ворота, чтобы уже занимались полноценно. И кто знает, может быть, когда-нибудь мы их выставим на соревнования, на городские. Никита Макаров в хоккей не играет, но за ходом работ наблюдает внимательно. 2 года подряд они с ребятами зимой оставались без катка. Поэтому как только возвели новую коробку, взяли над ней негласное шефство. Никто не ходил, не разламывал. Только это. Ну, эти малолетки ходили, разламывали. Лед. Да. Мы их отгоняли. На коньках кататься удобно, прикольно, не как тогда было. Тогда вообще невозможно было кататься. Коньки затупали. Но основная нагрузка по подготовке льда ляжет на плечи хоккеистов и пожарных. Их на коробку вызывали уже несколько раз, чтобы залить ее водой. На один только слой уходит 2 цистерны и около 15 минут работы. Застывать лед будет почти сутки. На это время вход на коробку для местной ребятни закрыт. Чем еще отметилась уходящая неделя, расскажем прямо сейчас. В эфире наша постоянная рубрика «События день за днем». Российские пенсионеры в январе получат доплату в 5000 рублей без всяких вычетов. Соответствующие поправки внесли в налоговый кодекс. Студентам колледжа и техникумов планируют компенсировать расходы на аренду жилья. В течение декабря этот вопрос проработают в Министерстве образования страны. Заболеваемость ОРВИ в Благовещенске выросла на треть, и это только за последнюю неделю. Рост продолжится, а пик, скорее всего, придется на новогодние каникулы. Об этом специалисты Роспотребнадзора доложили на координационном совете во вторник. Парк городского пожарного гарнизона пополнился новым авто. Ключи от него благовещенские огнеборцы получили на совещании по итогам деятельности амурских спасателей. 40 с лишним литров крови сдали во вторник курсанты ДВОКу. Донорскую акцию в училище проводят регулярно, 2 раза в год. В этот раз привлекли к сдаче больше 100 человек. Коллективы ЦЭВА в среду выступили на сцене АО ДНТ с благотворительным концертом. Все вырученные средства пойдут на изготовление и установку памятника Вячеславу Белоглазову.
Встретить Новый год без долгов предложили благовещенцам судебные приставы. В крупных торговых центрах, на ЖД-вокзале и в аэропорту они разместят специальные терминалы, с помощью которых можно узнать о неуплаченных штрафах и налогах. В четверг на очередном заседании Гордумы депутаты утвердили бюджет города на грядущий год. В 2017-м Благовещенск заработает и потратит почти 4 миллиарда рублей. Получать информацию о жизни Благовещенска через WhatsApp-менеджер предлагает горожанам администрация. Новый опрос запустили на портале «Активный гражданин». Многоэтажки городка достроят на деньги учредителей компании. Несмотря на то, что фирма банкрот, власти и дольщики настаивают на завершении возведения домов. Очередная встреча с застройщиком состоялась в четверг. Благовещенские школьники в пятницу вышли на лед без коньков, катались на санках, подошвах сапог и даже на животе. Веселые старты прошли в 19 учебных заведениях в честь открытия ледовых площадок. Продолжаем выпуск. Два благовещенских школьника получат награды от МЧС. Арсений Сергученко и Михаил Петров спасли своего друга Даниила Белецкого. Мальчик провалился в замерзающую зею и мог утонуть. О том, что ребята спасли жизнь своему другу, и родители, и сотрудники МЧС узнали не сразу. Школьники не решились рассказать о происшествии в тот же день. 13 ноября они пошли посмотреть, насколько замерзла зея. Четвероклассник Даниил подошел близко к краю льда и провалился. Его друзья бросились на помощь. Он же с нами пошел, мы его тоже позвали. И если бы он утонул, конечно бы это был, как можно сказать, грех на душу. Мы быстро решились, подбежали к нему, протянули две руки и вытащили его. Наградить ребят за храбрость попросила мама Даниила. Двое сотрудников кондитерской фабрики прыгнули с крыши бисквитного цеха. Так они спасались от условного пожара. Специалисты МЧС провели итоговые предновогодние учения. Выбрали зею не случайно. Фабрика считается одним из самых взрывоопасных объектов Благовещенска. Условное задымление в бисквитном цехе заметили ровно в 14:00. Спустя считанные минуты к месту ЧС прибыло два пожарных расчета. Прокладываем магистральную линию, устанавливается на пожарный гидрант магистральную линию 112. Следом на место действия приехала автолестница. В рамках учений пожарные и спасатели отработали несколько видов спасения, в том числе с крыш цехов условно горящей фабрики. Травмированных спустили на носилках, самых смелых заставили прыгнуть с высоты второго этажа на специальную воздушную подушку, так называемый куб жизни. Куб жизни в основном используется, ну, как бы сказать, на учениях. В практике не приходилось. Потому что и человека заставить прыгнуть с шестого этажа, седьмого, ну максимум седьмого, говорю, очень тяжело. Фабрика «Зея» горела второй раз за квартал. Предыдущие учения здесь прошли в октябре. Хотя по регламенту сотрудники любого предприятия действиям во время пожара должны учиться не чаще, чем раз в полгода. Особое внимание «Зее» уделяют из-за ее взрывоопасности. На фабрике многие процессы проходят под высоким давлением. Кроме того, мучная пыль и сахарная пудра могут сдетонировать не хуже пороха. В самом худшем случае здание комплекса сложится как карточный домик. Обрушение здания. И под завалы могут попасть персонал объекта. Вот для этого мы здесь и тренируемся, для того, чтобы снизить максимально, помимо всего, вообще факт возникновения нештатной ситуации, ну и, конечно, спасение людей. Окрестные здания по расчетам спасателей настоящим взрывом не заденет, как и прохожих. А в ходе сегодняшних учений специалисты с поставленными задачами справились. За итоговой тренировкой наблюдали почти три десятка руководителей разных подразделений МЧС со всей области. Снимки поп-звезд, костюмированных вечеринок, волонтерских акций, младенцев и просто кривляний наполнили соцсети и почту нашей телекомпании. За победу в конкурсе «Город на позитиве» борются 57 благовещенцев и 4 с лишним сотни работ. Одни просто милы, другие по-настоящему заряжают позитивом. Сейчас увидите фото, что поразили нас больше всего. Сесть в сугроб на радость людям, приютить бездомного кота, сбросить 12 килограммов веса – легко. Из любой жизненной ситуации Кристина Слепцова выходит с позитивом. Бывает, с его помощью получает и что-то еще. Я увидела в Инстаграме, что проходит конкурс, а мне просто жизненно необходима микроволновка, и поэтому я решила, что нужно участвовать. Меня сподвиг главный приз. Специально фотография, специально для конкурса сделана была. Готовились, придумывали идею, как бы развеселить вашу телекомпанию.
Валентина Шевченко – еще одна участница конкурса «Город на позитиве». Она рекордсменка, прислала в редакцию 82 фотографии. Вот этот год прошедший, везде я с коллективом, везде я с людьми, везде я где-то участвую. То на набережной в каком-то мероприятии, то флешмоб, то на 9 мая. В общем, везде у меня вот эти коллективные, везде позитивные фотографии. Но это же, как говорится, позитив для города. Город на позитиве, и я на позитиве. Для самых позитивных участников город подготовил 6 подарков, по 2 за каждое из 3 призовых мест. Главные призы – микроволновая печь, планшет и смартфон. Но к каждому из них в комплекте идет подарок-сюрприз. Получат их авторы самых настроенческих фото. Но этот конкурс уже смело можно переименовать в «Младенец года», потому что ну столько детворы, улыбающейся, грустненькой, с чем-то занимающейся или просто портретов мы не видели еще никогда. Прием позитивных фотографий окончен. Результаты объявим на следующей неделе. А в день рождения телекомпании 14 декабря самые веселые благовещенцы получат свои подарки. Продолжит вечерний эфир наша традиционная рубрика «Седьмой лепесток». Героиней нового выпуска стала 4-летняя Маша Хлопотова, жизнь которой сложилась непросто из-за проблем со здоровьем. На постоянные визиты к столичным врачам семье требуются средства. Вы можете помочь. Я люблю собак играть, веселиться, и все на свете я люблю. Любовь ко всему на свете в голубоглазой Маше родители воспитывают ежедневно. И это получается. 4-летнюю малышку буквально переполняют позитивные эмоции и энергия. И это при том, что сразу после рождения у девочки обнаружили атрезию – аномалию желчевыводящих путей. Тогда и началась череда операций. Маше в возрасте 6 месяцев выполнили операцию по пересадке печени. Оба родителя туда поехали, и я, и мой муж. Прошли мы обследование, донор должен быть абсолютно здоровым. Ну и печень должна подходить ребенку по ряду показателей, там по группе крови, там по совместимости проводятся там различные специфические анализы. Выбрали донором меня. Решили одну проблему, возникла новая. Вместе с трансплантацией девочки делали переливание крови. Спустя полгода в организме Маши выявили гепатит Б. Маша? Таблеточка. Препараты, которые подавляют в организме вирус, но не отторгают чужой орган, Маша принимает ежедневно. К счастью, его семья получает по льготе. Но тратиться все равно приходится. Раз в 3 месяца благовещенка должна проходить осмотр врача-трансплантолога. На Дальнем Востоке таких специалистов просто нет. А именно от их назначений зависит жизнь Маши. В принципе, прогнозы благоприятные, но только при врачебном контроле. Поездка каждая, с учетом нашего проживания там в Москве, это примерно недели или 2, ну по-разному. Где-то 60-70 тысяч составляет. Ну, нагрузка на семью, конечно, огромная, где работает только один человек. Плановый осмотр в НИИ Москвы семье назначили в январе. Неравнодушные горожане уже помогли собрать 20 тысяч рублей. Вы можете к ним присоединиться. Реквизиты для перечисления средств сейчас на ваших экранах, а также на нашем сайте tvgorod.rf. Волшебное настроение, так необходимое в преддверии самого сказочного праздника, вам поможет создать вечерняя зарисовка нашего оператора. Специально для наших телезрителей Денис Лугов запечатлел переливающиеся огни благовещенских зданий и сооружений. А наш монтажер Валентин Бернацкий добавил видеоматериалу нотку таинственности. На этом подведем черту. О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю. А обзор событий каждого дня смотрите в привычное время 20:20 на канале СТС и 19:00 на ТВЦ. Почитать новости можно на сайте tvgorod.rf. Я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. До свидания.